всем путешественникам посвящается. Жаркое солнце светит прямо в правый глаз опять. Вот. И индустрия путешествий, именно круизных путешествий, она сейчас набирает ход. То есть мы находимся в повышающем тренде. То есть вот, опять же, данные есть по развитию индустрии круизных путешествий таковы, что ближайшие, следующие 10 лет вся эта круизная индустрия собирается построить, добавить свой флот около 100 лайнеров. Это я помню цифру сейчас, 97 лайнеров. И на данный момент, как я тоже вспомню данные, плавает в мире около 200 лайнеров. То есть на 50% увеличится количество, так сказать, лайнеров и посадочных мест на лайнерах. То есть это небывалый рост, так сказать, небывалый, но в смысле уникальный рост для индустрии. То есть люди все больше и больше в последнее время предпочитают круизный отдых, отдыху в отеле, на пляже. Ну, как сказать, и на пляже тоже хорошо. Я, как сказать, не хочу занизить какой-либо вид отдыха. Просто вот есть интерес к круизам, в том числе у меня. Я сам заинтересован в продукте. В продукте компании Incruises. Это круизный отдых, путешествие. А вот. Ну, что ж. Все подробности по ссылкам в описании. Знаешь, что солнце заходит. Даже буквально вот 2 минуты я пишу, уже чуть-чуть зашло. Уже совсем другое, так сказать, ощущение. Как заходит за здание. А вот. Всем пока, всего хорошего. А хочу передать привет Александру, моему другу из Аризоны. Вот. Всем хорошего дня.